Здравствуйте, с вами канал Mix Bitcoin Faucets, меня зовут Екатерина, и в этом видео мы подробно рассмотрим инвестиционный проект Beyond Push. Компания-то реально существует, на земле есть офисы в Англии, и недавно административная часть компании переехала из Люксембурга в Арабские Эмираты. В связи с этим был реструктуризирован немножко сайт, проводились и до сих пор проводятся время от времени технические работы, и сейчас на страничке суппорта мы видим новый физический адрес офиса в Дубае. Активные участники были приглашены в офис на открытие. Также периодически проходят конференции с президентом компании и топ-лидерами по интернету и также в самом офисе на земле. Вы можете посмотреть вебинары недавних встреч у нас на канале. Я оставлю аннотацию на плейлист. Создатель и президент компании Ферки Демировский, публичная личность, является депутатом парламента Македонии и также работает в Европейском парламенте. Чем занимается компания и откуда прибыль? Зарабатывает Beyond Push на рынке управления рекламными площадками с помощью технологии RTB. Полное название Real-Time Bidding. Это система автоматизированного размещения целевой рекламы в интернете в режиме реального времени. Например, когда вы посещаете коммерческие сайты с интересующей вас информацией о товаре или услуге, то, покидая его, уже на других сайтах в том или ином углу всплывает реклама, предлагающая именно тот товар или услугу, которую вы перед этим искали. Получается, на деньги, которые мы инвестируем, Beyond Push приобретает рекламное пространство для дальнейшей перепродажи тем коммерсантам, которые предложат наивысшую цену в конкретный момент времени. На этом делается основная прибыль, часть которой выплачивается нам в виде ежедневных начислений. По сути, риски минимальны, потому что рынок рекламы практически безграничен, и компания в любом случае получает прибыль от 0,5 до 3,5% в день. Сайт beyondpush.com был запущен в августе 2015 года, и с сентября 2015 года мы работаем на нем. И по моим наблюдениям, средний процент составляет 1,8 в день, а значит окупаемость примерно 3,5 месяца. Но вот и вывод работают платежные системы Pair и Paisa. В будущем планируют также добавить платежную систему Skrill. Минималка на ввод и вывод $2. Компания предлагает 8 инвестиционных пакетов от 20 до 10 тысяч долларов. Начисления идут 5 дней в неделю, а процент начисления зависит от прибыли компании за предыдущий день. Также в зависимости от величины пакета действует повышающий коэффициент. Вы можете покупать сразу несколько пакетов. Есть функция реинвест до вложения средств и передачи денег между аккаунтами. Всего в компании можно инвестировать до 50 тысяч долларов с одного аккаунта. Давайте рассмотрим на примере прибыли за 12 февраля, что такое повышающий коэффициент. На каждый из 8 инвестиционных пакетов действует коэффициент от 1 до 1,5. И в зависимости от процента прибыли, который получила компания, этот процент умножается на повышающий коэффициент, соответствующий стоимости того пакета, который вы купили. Например, те, кто обладает пакетом за $20, 12 февраля 2016 года получили начисление прибыли в размере 21 цента. То есть $20 умножаем на 1,05 и получаем $0,21. Обладатели пакета за $50 12 февраля получают прибыль в размере 1,1%. Откуда эта цифра? То есть коэффициент прибыли компании 1,05 умножается на повышающий коэффициент пакета за $50 1,05 и получаем цифру в 1,1. Итого $50 умножить на коэффициент 1,1 равно $0,55. Ну и так далее. Например, вы можете видеть, что 11 февраля дневной заработок компании составил 1,35%, и обладатели пакета за $20 получили прибыль в размере 27 центов, а обладатели пакета за $50 получили прибыль в размере 1,42%, то есть 71 цент. Откуда взялась цифра 1,42? Это значит, дневная прибыль компании 1,35% умножилась на повышающий коэффициент 1,05, и мы получили цифру 1,42. 1,42% от $50, и в итоге получаем 71 цент. Думаю, понятно. В компании три вида дохода. Первый вид дохода – это пакеты инвестора, о которых я сейчас рассказала. Каждый купленный пакет должен отработать 150%. Например, если вы вложили $20, то в итоге вы получите $30. Если вложили $50, получите $75. Если вложили $100, получите $150. Ну и так далее. Второй вид дохода – это реферальная программа. После покупки любого пакета у вас в кабинете генерируется реферальная ссылка, и вы получаете 13 или 2% от суммы купленного вашим рефералом пакета с первой и второй линии соответственно. И третий вид дохода – это бинарный бонус.
Компания работает по бинарному маркетингу, и ваши партнеры распределяются на две ветки или ноги. И помимо того, что вы получаете проценты от продажи пакетов, также вам начисляют 10% от товарооборота слабой ноги. Давайте рассмотрим на примере. Итак, предположим, что товарооборот в левой ноге составляет $300, а в правой – $700. Например, один из ваших рефералов купил пакет за $100. По реферальной программе вы получаете $13 и $30 по бинарной системе. $13 получилось, потому что ваш партнер находится в первой линии, и вы получаете 13% от $100, то есть $13. А $30 получилось, потому что вы получаете 10% от товарооборота слабой ноги. Слабой у вас является левая нога, потому что в нем меньше товарооборот, и 10% от $300 равняется $30. Всего вам начислят $43. На следующий день товарооборот слабой ноги вычитается из товарооборота сильной ноги, и в сильной ноге остается $400, а товарооборот слабой ноги обнуляется. Теперь товарооборот вашей левой ноги составляет $0, а товарооборот вашей правой ноги $400. 700 минус 300 равно $400. И допустим, что в этот день кто-то из ваших рефералов в левой ноге купил пакет на $100. Автоматически товарооборот левой ноги теперь составляет $100, а значит, вам начислят $13 по реферальной программе, то есть 13% от $100, поскольку ваш реферал находится в вашей первой линии, и $10 по бинару, то есть 10% от товарооборота слабой ноги, а товарооборот слабой ноги у нас составляет теперь $100, и 10% от $100 – это $10, то есть во второй день вам начислят всего $23. На третий день из сильной ноги вычитается товарооборот слабой, 400 минус 100 равняется $300, и товарооборот левой ноги обнуляется. В левой ноге остается $0, а в правой $300 товарооборот. Сильная нога может стать слабой. Предположим, если в третий день кто-то из ваших рефералов из левой ноги купит портфель за $500, то товарооборот левой ноги составит $500, а товарооборот правой ноги составит $300. И таким образом правая нога у вас станет слабой ногой. И вы получите начисление по бинару 10% от слабой ноги, то есть от правой, в размере $30. Ну и плюс 13% от $500. Тут может быть очень много вариантов для примера, и я не буду их рассматривать. Если вам нужна дополнительная консультация, я могу более детально объяснить по скайпу. Оставляйте ваш ник в комментариях под видео с вашим вопросом. Для активации начислений по бинару вам нужно иметь по одному активному партнеру с первой линии в левой и правой ногах. В своем кабинете вы увидите бинарный статус «Active». Компания не запрещается регистрация членов семьи, главное, чтобы это были реальные и совершеннолетние личности, что можно подтвердить документально. Также отслеживается время входа в аккаунт, чтобы проверить, не один ли человек работает за всю семью. То есть, если все сделать с умом, то можно работать по следующей стратегии. Регистрируем первый аккаунт на себя, плюс на свое же имя регистрируем платежную систему, обязательно заполняем профиль, покупаем пакет, после чего нам генерируется реферальная ссылка. Затем по этой реферальной ссылке подключаем еще два аккаунта. Регистрацию партнеров в левую или правую ногу вы можете регулировать с помощью специального меню в разделе My Network во вкладке Team View. Вы можете выбрать левое, правое или поставить автоматически. Если вы поставите автоматик, то система будет регистрировать новых партнеров автоматически в более слабую ногу. Итак, у нас есть один аккаунт, открытый на себя, платежная система, с которой мы сделали пополнение. Теперь у нас есть реферальная ссылочка, и мы подключаем по этой реферальной ссылочке еще два аккаунта на двух членов своей семьи или на своих друзей, например. Одного регистрируем в левую ногу, второго регистрируем в правую ногу. Обязательно заполняем профили, открываем платежки на их имена. Ну, лучше это все делать с их компьютера, конечно. И затем покупаем с каждого аккаунта по пакету. Всех последующих партнеров можно регистрировать под эти два аккаунта. Таким образом, вы получаете максимум и по реферальной программе, и по бинару. И плюс еще проценты начисления от пакетов. Обратите внимание, если вы уже работаете в Beyond Push, то обязательно заполните ваш профиль в разделе Settings. Что ж, думаю, все понятно объяснила по маркетингу и по стратегии. Хочу еще сказать, что компания очень молодая по сравнению с лидерами, которые уже давно работают на рынке рекламы.
Но компания очень перспективная. У них есть свои цели. Например, разработка новых методов рекламы для привлечения рекламодателей напрямую, минуя таких посредников, как, например, Google и прочее, и запуск мобильных приложений для Android и iPhone. Поэтому я с удовольствием приглашаю вас в этот бизнес. Если информация в этом видео была полезной для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В Skype также есть чат по этому проекту. Пишите ваш ник в комментариях, и я вас туда добавлю. Я желаю вам всем больших заработков. Спасибо за внимание.